Всем добрый вечер. Уже смотрите, как поздно, уже темно. Что-то мы с дочей засиделись в гостях. Видите, у меня такие очки. Проходим собор Невского. Эх, не видно. Ну да ладно. Вот. В общем, так было вкусно. Очень было вкусно. У Игоря мама, как всегда, нас накормила выпечкой разной вкусной. Сейчас мы идем с дочей гулять на набережную. Да, мы-то думали, на 30 минут забежим, а оказалось, что не на 30 минут. Вот такая вот я в очках. Красота! Прекрасная погода. Весна. Всем пока!